От руководителей школ, детских садов и турагентств потребовали в правительстве региона соблюдать правила перевозки детей. Напомним, трагедия произошла в Ханты-Мансийском округе. Жертвами ДТП стали 12 человек, 11 из них – дети. В Поморье собрали внеочередное заседание комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций. Последняя проверка выявила нарушения в Шенкурском и Плесецком районах. На линии там выходили технически неисправные школьные автобусы. Более 10 детских перевозок за этот год по разным причинам были запрещены госавтоинспекцией. Есть и пример административного производства против турагентства Welcome Tour. Во время путешествия из Вельска в Ярославль дети находились в дороге 22 часа. Ежедневно в регионе к месту учебы и обратно доставляют более 7500 детей. Все вот эти наши 300 автобусов, ну, округленное число, они передвигаются по маршрутам, которые допущены, по которым есть соответствующие схемы, согласованные и так далее. Надо понимать, что любая организованная перевозка детей – это обязательное уведомление ГИБДД. Сейчас самый разгар туров на родину Деда Мороза. Организаторам перевозок детей необходимо заблаговременно о них уведомлять ГИБДД. Подобные инструкции размещены на сайте госавтоинспекции.